Сложнейшие операции с участием ведущих специалистов из Италии, России и Австрии провели детям в рамках международной конференции «Здоровое поколение. Будущее Казахстана». Встреча экспертов здравоохранения проходит в Алматы и продолжится завтра. В работе конференции принимают участие специалисты из дальнего и ближнего зарубежья, а также ведущие отечественные ученые и врачи. По словам организаторов, подобное мероприятие создает площадку для коммуникации и помогает обменяться опытом. В рамках мастер-класса мы провели четыре операции, которые были впервые сделаны в нашем центре. Одна из них – это ребенку с аномальным дреножом. Мы сделали мини-торакотомный доступ. То есть в нашем центре эта операция была впервые сделана. Ребенок чувствует себя хорошо, завтра готовится уже к выписке.